Всем привет! Сегодня мы будем слушать реакцию на реакцию. У нас начинается марафон реакции на реакцию. Дело к зиме, как всегда. В этот раз мы слушаем Лиду с треком «Секс», которую я послушала. Мой помощник сделал хорошую, интересную, как она там? Превью, да. Чем привлекли внимание большинства. Потому что главное правильно преподать информацию, друзья мои. И сразу все клюют. Даже сам исполнитель этого трека. Вот. И вот Лида сделала на меня реакцию. Сейчас я послушаю и выскажу ему свое фи. Обожаю, особенно когда мальчики вначале слушают, потом нервничают, потом расстраиваются. Ну, я вроде хвалила этот трек, и поэтому я думаю, что Лиде не за что расстраиваться. Мы в этот раз поймем друг друга. Мы на одной волне. Надеюсь. Итак, погнали. Один раз проиграете и выигрываете дальше. Ебать, они выиграют 3-0, и я проебываю 6-0. Я не знаю, про что. Ну, зато выиграли. Выиграли наши красавчики, молодцы. Иду с циферкой 6. А, кстати, насколько сейчас донат был? Я проебал. Большой был донат. Сколько был донат, ребята, проебал? 200. Спасибо большое за 200 рублей. Спасибо. Спасибо. Любишь секс, любишь вести, любишь танцпол. Ты любишь свак, детка, тебе нужно. Кстати, он даже не стесняется, не боится, знает, что. Хорошая песня получилась. Че это сказать? Почему она делает вид, что что-то говорит, вот так вот. Так я сказала, Лиза. Послушай, что я сказала, я даже не помню, что. Ты что она там сказала? У меня такое чувство, как будто по губам, как будто она сказала «это говно». Разве? Да я не могла такое сказать. Это говно. Ну хотя я могу все. Нет, там было что-то другое. Не знаю, она это сказала или нет. Нет. Кажется, как будто да. Мне даже в краску увел. Обычно делаю это я. С жопы задница орехи, смотрите, как вы это нормально офигело. А вы тоже угораете, как смешно она отражается в серебряной кнопке YouTube? Макси, убери серебряную кнопку. Надо журналечку повесить на эти, на жвачку. Мы танцуем следующую песенку. Вот есть у Лиды один минус. Он много молчит. Нам приходится танцевать. Молча. Качает. Че, охуел подписчик какой-то мне в чате пишет трек дурацкий, ты дурацкий. Смотри, как маму качает. Да, ты посмотри, маму как качает. Если мы еще раз сделаем реакцию на реакцию, я выучу эту песенку наизусть. Надо на рингтон поставить, слышишь, Максим? Оставить телефон и уйти куда-нибудь, чтобы он долго пел. Я представил, как мама сейчас на этом моменте, она бы не продолжала слушать, а начала бы мошить жестко. Так, мой монитор просто бум, блять, начала хуярить. Вы не знаете, что такое мош, да? Да, мы не знаем.
Не знаю, такие слова. Ну, друзья мои, что хочу сказать? Ну, как бы, что... Даже не боится, не боится, он пересмотрел до этого. Песенка, ну, она такая, как бы... Она была, там много было фишечек, она вся была такая разнообразная, вся была разная, вся да, была достаточно, да, ну, у него, да, кстати, всегда позитивно. Да, в общем, да, короче, он экспериментировал, да, и у него все, да, получилось. Но самое, да, главное, что... О, да, 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 ну, да, в большинстве своем мы, я слушаю ваши отношения к тому, о чем он сейчас тут читал. Вот. И обычно это выглядит пошло, да, обычно это, ну, как бы не очень красиво. Я вспомнил, как она смотрела мой трек с Мазеловым, блядь, «Природа». Да, я помню. Просто сказала, даже... типа, это какая-то хуйня, и выключила видео просто. Вот я, она досмотрела, сказала, что это хуйня, и выключила, все, больше ничего не было. Это вся реакция, буквально. И, допустим, для нас, для взрослого поколения, иногда это режет ухо. То есть, как бы, можно что-то послушать, но когда ты слушаешь, как вы обращаетесь с женщинами, ну, вы-то думаете, что все нормально. Но нас это немножко шокирует и не нравится нам. Вот. А здесь, вот здесь этого не было, потому что даже грани не было. Вот бывает иногда... Я уважаю всех женщин, потому что я... Молодец. Этот пошлость на грани. А у него не было этой пошлости. Ну, как бы он высказал свою точку зрения нормальным русским языком. И, ну, эту песенку можно слушать спокойно и моему поколению, и не падать в обморок. Вот. Ну, я-то уже не падаю. Господи, а чего мне уже с вами падать? Я уже... Женщина, которая знает все. И даже больше. Опа, да. Да. Все и даже больше. Ну, слушайте, трек понравился. В треке поется «Ты любишь секс». Если ей трек понравился, значит, она нашла себя в этом треке, да? О, нифига себе! Заявочки у Лиды. Ну, не, смотрите, какая. Ну, молодец, на самом деле. Мне вот нравится ее реакция, нравится. Она такая добрая. Я ж похвалил. Она молодец, реально. И очень много видео делает на протяжении уже стольки лет. За это могу только респектануть. Вот, почитал что? И что? Значит, давайте посчитаем и узнаем, что у нас там получилось с Лидой. Значит, что у нас по смыслу? По смыслу все было хорошо, все было понятно, не было пошло, было интересно послушать. Не было пошло, жопа, задница, чего он? Но лучше. И чего она любит? Поэтому послушаем. Госсекс с ней, вы больные, блядь, что вы пишете мне в чат? Да вы ебал. Слушайте, ну, мне что-то стыдно стало. Почему 10? Ну, когда 10, когда за душу берет, здесь было просто... Здесь забралось за другое. 9 баллов я, пожалуй, поставлю и за музыку, за разнообразие, за все, и 9 баллов за атмосферу. Короче. Ебать, она делает даже баллы. Баллы, она как Рица за творчество. Все, это видно из-за творчества, короче. Это новый конкурент. Ну, посмотришь на Лиду и думаешь, ёпар СТ. Где мои 16 лет? Подавился. Присутствуют. Точно, умноженное на сколько. За такую реакцию. Мне все понравилось. Спасибо большое, видный. Очень-очень приятно. Очень приятно. Ставим лайк. Посмотри реакцию. Все. Друзья мои, вот что... Ой-ой-ой. Что я хочу сказать? Ну, вот когда вы творите хорошие песенки, да? Ну, я считаю, что все-таки у Лиды получилась песенка хорошая. Тогда и... исполнитель, вот когда мы делаем реакции, то есть перед тем, как что-то сказать и сотворить, вы подумайте, кто вас будет смотреть и что вам за это будет. И когда ты сделал хорошую музыку, и ты, вот он сидел спокойный, почему? Потому что он знал, что он хорошо сделал. Вот. И, ты, ну, и когда ты хвалишь того, кто действительно хорошую сделал, и ты получаешь в ответ тоже, ну, и ему понравилась, да, моя реакция. Ну, а почему она должна была не понравиться? Она должна была понравиться, потому что, в принципе, он знал, что он сделал хорошую песенку, и знал, что я сделаю хорошую реакцию. Почему? Потому что, ну, я, в принципе, никогда гадости не говорю, если не за что. Ну, или если я очень сильно не в настроении.
Всем пока.